американское просвещение American Enlightenment. Американское просвещение было периодом серьезного интеллектуального всплеска в 13 американских колониях в 18-19 веках, которое привело к американской революции и созданию Соединенных Штатов Америки. Американское просвещение находилось под сильным влиянием собственной американской философии и под влиянием европейского просвещения. Что касаемо в целом просвещения, важно отметить, что мыслители и писатели просвещения отстаивали идеалы справедливости, свободы, равенства, считая их неотъемлемыми правами человека. По словам американского историка Джеймса МакГрегора Борнса, дух американского просвещения состоял в том, чтобы придать идеалам просвещения практическую, полезную форму в жизни как самой нации, так и ее народа. Американское просвещение применило научные рассуждения об основаниях политики, науки и религии. Оно способствовало религиозной терпимости, восстановило литературу, искусство и музыку в качестве важных дисциплин, достойных изучения в колледжах. Неконфессиональная моральная философия заменила теологию во многих учебных программах колледжей. Некоторые колледжи реформировали свои учебные программы, включив в них естественную философию, естественные науки, современную астрономию и математику, были основаны колледжи новой модели в американском стиле. Политическая эпоха отличалась акцентом на экономическую свободу, республиканизм. Республиканизм – это идеология правления страной, как республика с акцентом на свободу и гражданское достоинство, осуществляемое гражданами. И религиозную терпимость, что очень четко выражено в Декларации независимости США. Попытки примирить науку и религию привели к отказу от пророчеств, чудес, что, соответственно, привело к склонности к деизму. Это прослеживалось в том, что, например, среди некоторых крупных политических лидеров того времени были сторонники деизма. Кстати, можете обратить внимание, про деизм есть видео на канале, я оставлю ссылку. Среди выдающихся представителей американского просвещения были пуританские религиозные лидеры, например, проповедник Джонатан Эдвардс, педагог Томас Клэб и ученый и педагог Эзра Стайлс, а также англиканские философы-моралисты Сэмюэл Джонсон и Уильям Смит. Ведущими политическими мыслителями были Джон Адамс, Джеймс Мэдисон, Томас Пейн, Джордж Мейсон, Джеймс Уилсон, Итан Аллен и Александр Гамильтон, а также эрудиты Бенджамин Франклин и Томас Джефферсон. Можете обратить внимание, про Адамса, Мэдисона, Пейна и Гамильтона есть видео на канале, я оставлю ссылки. Термин «американское просвещение» не использовался в XVIII веке, был введен в период после Второй мировой войны. Американского просвещения, например, 1750-1820 годы, 1765-1815 годы и 1688-1815 годы. Еще одна дата начала 1714 год, когда коллекция книг Иеремии Дамера о просвещении была передана в дар библиотеке Йельского колледжа в Коннектикуте. Они были получены аспирантом Сэмюэлем Джонсоном, который их изучил. Он обнаружил, что они противоречат его пуританскому образованию. Он писал, что все это было подобно дневному потоку в его подавленном состоянии духа, и что он обнаружил, что как будто выходит из полумрака на солнечный свет прекрасного дня. Два года спустя, в 1716 году, будучи преподавателем, Джонсон ввел новую учебную программу, используя подаренные Дамером просветительские книги. Джонсон предложил то, что он назвал новым обучением, которое включало работы и идеи Фрэнсиса Бэкона, Джона Лока, Исаака Ньютона, Роберта Бойля, Николая Коперника, а также литературные произведения Уильяма Шекспира, Джона Мильтона и Джозефа
Аддисона. Можете обратить внимание, про Лока и Бэкона есть видео на канале, я оставлю ссылки. Идеи просвещения были представлены колонистам и распространены через британские образовательные и религиозные сети, особенно через Йельский колледж в 1718 году. Просвещенные интеллектуалы, отцы основатели, особенно Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон и Джордж Вашингтон, боролись за свободу вероисповедания для религиозных меньшинств. В конечном итоге добились ее. По мнению отцов основателей, Соединенные Штаты должны быть страной, где народы всех вероисповеданий могли бы жить в мире и взаимной выгоде. Джеймс Мэдисон подвел итог этому идеалу в 1792 году, сказав: «Совесть – самая священная из всех ценностей». Переход к религиозной терпимости был одной из отличительных черт эпохи с 1775 по 1818 год. Принятие новой конституции Коннектикута в 1818 году было триумфом. Новая конституция гарантировала свободу вероисповедания. Американское просвещение частично возникло из работ европейских политических мыслителей, таких как Мишель де Монтень, Джон Лок и Жан-Жак Руссо. Можете обратить внимание, про Монтенья и Руссо есть видео на канале, я оставлю ссылки. В целом имеются различные версии о том, как возникали концепции свободы, включающие современные демократические идеалы. В то время между 1714 и 1818 годами произошли интеллектуальные изменения, которые превратили британские колонии Америки из мест далеких от культурных центров, глухих мест в лидера в различных областях. Моральная философия, реформа образования, религиозное возрождение, промышленные технологии, наука и, что особенно важно, политическая философия. Корни этих перемен заключались в том, что Америка увидела консенсус в отношении политической структуры, основанной на стремлении к счастью. Источников американского просвещения много, и они различаются в зависимости от времени и места. В результате обширной книжной торговли с Великобританией колонии были хорошо знакомы с европейской литературой. Раннее влияние оказали английские писатели, например, Джеймс Гаррингтон, Элджернон Сидни, Генри Сент-Джон, первый виконт Боленброк, Джон Тренчард, Томас Гордон и Джозеф Аддисон. Особенно важным английским писателем был сэр Уильям Блэкстон. Он также был юристом. Его комментарии к английским законам оказали большое влияние. Особым вниманием пользовался Джон Лок. Два политических трактата Джона Лока о правлении упоминаются как оказавшие большое влияние на американских мыслителей, однако историки Дэвид Лундберг и Генри Мэй продемонстрировали, что философское сочинение Джона Лока «Опыт о человеческом разумении» было гораздо более читаемым, чем его политические трактаты. Шотландское просвещение также оказало влияние на американских мыслителей. Эссе Дэвида Юма и его «История Англии» были внимательно изучены в колониях. Его политическая мысль оказала особое влияние на Джеймса Мэдисона и на разработку Конституции. По поводу Дэвида Юма на канале есть про него небольшое видео, можете обратить внимание, я оставлю ссылку. Особенно важным шотландским философом был Фрэнсис Хатчесон. Можете обратить внимание, про Фрэнсиса Хатчесона есть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку. Этические идеи Хатчесона, наряду с понятием вежливости, разработанными Энтони Эшли Купером в Шефтсбери, оказали большое влияние на американских колонистов, которые стремились к хорошему образованию. Безусловно, самыми важными французскими источниками для американского просвещения были такие трактаты, как «О духе закона» в Монтескьё и «Право народа» в Эмера де Вателя. Можете обратить внимание, про Монтескьё есть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку. Оба они оказали влияние на формирование представления американцев о правительстве и оказали большое влияние на разработку Конституции. Истории Вольтера широко читались, но редко цитировались. Влияние Руссо было не сильно значительным. Присутствовало немецкое влияние. Труды Самюэля фон Пуффендорфа очень часто цитировались американскими писателями. Можете обратить внимание, про Самюэля фон Пуффендорфа есть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку. Thank you.
эпохи американского просвещения были Бенджамин Франклин, Уильям Смит, Джаред Эллиот, Дэвид Риттенхаус, Бенджамин Раш, Чарльз Уилсон Пилл, Джейн Колден и другие. С 1960-х годов историки обсуждают роль просвещения в американской революции. До 1960 года все сходились во мнении, что либерализм, особенно Джона Лока, имел первостепенное значение. Республиканизм в основном игнорировался, однако в дальнейшем появились сильные аргументы по поводу республиканизма, что отцы-основатели Соединенных Штатов находились под большим влиянием республиканизма, чем либерализма. Леопольд фон Ранке, ведущий немецкий историк, в 1848 году утверждал, что американский республиканизм сыграл решающую роль в развитии европейского либерализма. Отказавшись от английского конституционализма и создав новую республику, основанную на правах личности, североамериканцы представили миру новую силу. Идеи распространяются быстрее всего, когда они находят адекватное конкретное выражение. Так республиканизм вошел в наш романо-германский мир. До этого момента в Европе преобладало убеждение, что монархия наилучшим образом отвечает интересам нации. Теперь распространилась идея, что нация должна управлять сама собой. До этого король, правивший по милости Божьей, был центром, вокруг которого все вращалось. Теперь появилась идея, что власть должна исходить снизу. Жизнь, свобода и стремление к счастью, многие историки считают, что происхождение этой знаменитой фразы проистекает из положения Лока о том, что никто не должен наносить вред другому. Никто не должен наносить вред жизни, здоровью, свободе или имуществу. Другие предполагают, что Томас Джефферсон взял фразу из комментариев к английским законам сэра Уильяма Блэкстона. Декларация независимости США, написанная в основном Томасом Джефферсоном, была принята Вторым континентальным конгрессом 4 июля 1776 года. Текст второго раздела Декларации независимости гласит: «Мы считаем эти истины самоочевидными, что все люди созданы равными, что их Создатель наделил их определенными неотъемлемыми правами, среди которых есть жизнь, свобода и стремление к счастью». Как умеренное просвещение, так и радикальное или революционное просвещение было реакцией против авторитаризма, иррациональности и мракобесия. Такие философы, как Вольтер, изображали организованную религию как враждебную развитию разума и прогрессу науки. Альтернативной религией был деизм и философская вера в Бога, основанная на разуме, а не на религиозном откровение. Это было распространенное мнение среди философов, которые в той или иной степени придерживались деистических взглядов. Деизм оказал большое влияние на мышление интеллектуалов и отцов-основателей, включая Джона Адамса, Бенджамина Франклина, Томаса Джефферсона, возможно, Джорджа Вашингтона. Очень значительным представителем был Томас Пейн. Думаю, на этом все. Всего доброго!